«Быть магом, — продолжал Дон Хуан, — не означает заниматься колдовством, воздействовать на людей или насылать на них демонов. Это означает достижение того уровня осознания, который делает доступным непостижимое. Понятие «магия» не вполне точно отражает то, чем занимаются маги, как, впрочем, и понятие «шаманизм». Действия магов связаны исключительно с миром абстрактного, безличного. Маги сражаются за достижение целей, не имеющие ничего общего с желаниями обычного человека. Маг стремится достичь бесконечности и при этом быть в полном осознании». Карлос Кастанеда.